Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ваши финальные баллы 5 штук, как много. Так, команда. У нас сундук созрел. Ну что, давай посмотрим. Так, 100 тысяч монет. Ускоритель. Так, усиленная турбо на вертушку и управление в воздухе. Вот такие пироги. Привет. Отправляем. Так, и здесь еще и результаты. Смотрим. Ну надо же, победили. Это спустя, друзья мои, 3 проигрыша у нас первая победа. Замечательно. Так, тяжеловоз, ускоритель колес, деньги, билеты, амортизаторы. Ну, в общем, неплохо мы так сорубили сегодня финансов, я тебе скажу. 168 тысяч. Так, забираем здесь еще награду. И... так, гонка уже активна получается, да? Не надо здесь ничего делать. Так, новое событие, я не знаю что. А вот сундучок я вот это, пожалуй, открою. Ну что, сегодня рискну доехать. Твою ж налево. Куда мне там придется ехать? Очень-очень, видимо, далеко. Так, секундочку, мне показалось, или сейчас были колеса на... Так, уже приветик пишут. Погоди секундочку. Гонка. Так, меняем, естественно, вид нашего гонщика. Пускай это будет у нас сегодня... Даже не знаю. Вот такой пускай будет чудик у нас. Готово. Теперь я хотел здесь глянуть. А, нет, показалось. Я думал, что мы можем прокачать наши колеса. Но, к сожалению, не можем мы пока ничего сделать. Кстати, вот здесь вот... Ладно, оставляем пока крылья. Ребят, посмотрим, что мы на крыльях сегодня сможем сделать. Глубоководная езда. Я думаю, что здесь вот как раз крылья-то не особо нам нужны. Под водой же они вроде как не... или работают. Нет, нифига себе. Ты посмотри, что ККМ-ка делает. Ты просто полюбуйся на нее. Вот это да. А, у ребята опять вот это. Ну, это уже, это я уже не знаю, как назвать. Ну, что это за баг, ребят, ну. Ну, что это за баг, когда у тебя колесо проваливается, и ты ничего не можешь абсолютно здесь сделать. Это подстава. Это подстава, причем перед самым финишем. Трындец, колесо провалилось, и ты ничего с этим поделать не можешь. Зашибись, а шел ведь первым. Шел, ребята, я первым. Как ни странно. Да давай ты. Все, короче, не заладилась игра. Она просто не заладилась. Все уже. Тут даже каким бы я ни пришел, я даже вторым не буду. Понимаешь, о чем я? Ну что вот это такое? Да. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но без пузыря, извини меня, я тут. Ой-ой-ой-ой-ой, как же, ребят, печально все это, конечно, было. И я не могу обвинять в этом крылья. Ребят, крылья здесь абсолютно ни при чем. Просто мне не повезло именно самому с этими гонками. Что там разбился, что там неудачно получилось. В общем, сфейлился. И еще раз говорю, что трассы под водой терпеть не могу вообще. Вот на дух просто не перевариваю их. По мне лучше вот такие вот трассы давайте. Но никак не под водой. И что я там еще дотерпеть не буду? Да фига там трасс, которых я ненавижу. Очень много, ребят. О, вертушка, что, видишь, что вытворяет? А знаешь, почему она так может себе позволить? Потому что ей пофиг. Она может не разбиться, и все. Мне тут повезло, что я просто на крыльях пролетел. Но это мне нужно будет проехать идеально вот эту всю гонку, только лишь для того, чтобы вернуться в свое прежнее положение, с которого я начал. То есть можно уже сделать приблизительно... Как это тебе сказать-то? Он что, тоже нет? У него нет крыльев. Но, тем не менее, ребят, все-таки я опять занял здесь первое место. Шикарно. Слушай, ну я немножко удивлен, что вот эта вот вертушка
практически от меня не отстает. Оу, щет. Ну все, тут обделались, а что поделаешь. Вот вертушечка-то здесь и погорела, ребята. Вы сейчас только что сами это видели. Третьим. Но по итогу я все равно первый. И должен вернуться на свою позицию. Да. Ну что, сельский кубок. Поехали. Я думаю, что здесь тоже... Кто-то мне сказал, Рейн, пора переходить на спорткар. Или как он там называется-то? Да, спорткар. Возможно, сегодня я поиграю, ребят, на спорткаре. Но, правда, еще раз хочу повторить, он не докачанный у меня. Оп! Такие шуточки, ну-ка нафиг. Не надо. Он не докачанный, но, тем не менее, можно попробовать. Потому что движок у нас там вроде по фулке. Единственная проблема будет, это в том, что у нас не прокачаны для него, ну, всякие вот эти вот ускорители, в общем, ты понял, да, к чему? А без них, как говорится, ехать, ну, это такое себе удовольствие. Ведь не только главное, что машина была прокачана, а еще нужные детали. В этом, как говорится, залог победы. Ну что, петля 9 какая-то у нас. Сегодня, не забываем, друзья мои, будет буст на черепашках. Специально встал пораньше сегодня. Что-то даже, я бы сказал, переборщил я с просыпанием. Откат у нас будет в 4 часа, а я уже в 2 часа снимаю для вас ХКРочку. Опа, давай, отлично. Тыч. Размазался. Ну что ты повторишь, ну, у него полностью костюм, а у меня только физиономия такая. Хорошо, двигаемся потихоньку. Я, правда, не вижу, где тут у нас кубки следующие. Очень много надо будет проехать. Так, ну что, посмотрим теперь, значит, вот эту машинку. Угу. Сцепление, не знаю, ребята, сцепление, конечно, тоже нужно прокачивать. По идее-то. По идее. Так, и сколько у нас? Ага. Смотри-ка, у нас тут... Ё-моё, у нас монетный ускоритель здесь есть. Вот эта штука. И вот это... И это все можно прокачать. Блин, ребят, ну я не знаю. Ну, можно, конечно, сейчас прокатиться, но ты понимаешь, да, что... Как бы тебе объяснить? Толку-то от этого не будет. Непрокачанная машина. Ёк-макарёк. Что там так? Да, несется она. Несется она, конечно, круто. Я не могу ничего сказать здесь. Так, вниз под воду. Замечательно. Но ее надо прокачивать. И еще раз, ребята, прокачивать. Потому что она... Негоже на такой тачке сейчас ехать. Да, а про это-то я совсем забыл. А про это я совсем забыл, что у нее защиты-то нету никакой. Ё-моё. Спокуха, не надо так больше подпрыгивать. Я же что-то побаиваюсь даже. Нифига себе она прыгает. Есть. Тыч. Да, без защиты, конечно, будет тяжело на ней кататься. Понимаешь, да, что? Ох ты, нифига себе, мне на этой машине даже дали фабричный кубок. Кстати, это не есть хорошо, потому что здесь очень много прыжков, и здесь как раз-то можно и врезаться. Многие меня пугали, что на этой машине можно легко перевернуться. Для меня в данный момент опасность находится в том, что я могу врезаться обо что-нибудь. Насчет переворотов я как-то... Не особо тут переживаю. Именно то, что она там плохо себя ведет и держится на трассе. Нет, ничего такого я не вижу, ребят. А вот то, что у нас потолок, ну, нету крыши над головой. И то, что любое какое-нибудь, я не знаю, там столкновение с чем-либо, это может привести к печальным, конечно, последствиям. Причем не имеет значения, каким ты там шел. Первым или последним. Вот, видишь магниты? Вот на таких магнитах можно как раз-то и погореть.
он тебя может притянуть, и ты об следующий магнит можешь врезаться. И все, и на этом твоя гоночка, естественно, завершится. Ох, ёх, Макарёк, опасно-то как. Ну, а вот если брать в общем плане, то, в принципе, машина неплохая. Очень шустрая, рычит офигеть как. Но, тем не менее, нормально. Класс написано. Так, скоро... Ага, мы уже накопили. Тяжеловоз, амортизаторы и три... Так, подожди, я ее что, не активировал, что ли? Давай тогда, наверное, так сделаем. Поехали. Меня в пустыне. Миля в пустыне. Так, подожди-ка секундочку. А что у нас там? Ага, ага. И колеса, да, стоят? И колеса. Может быть, вместо колес поставить защиту? Даже не знаю, что лучше. Давай посмотрим, но что-то такое ощущение, что сейчас без хорошего сцепления я никуда не уеду. Ать, вот тебе и проблема. Вот тебе, ребята, и первая проблема. А знаешь почему? Давай, 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 давай. Не хватает мощей, ребят, машине. Монетный ускоритель не прокачанный, соответственно, мне никакой не дает он. Ух ты! Горючка-то как заканчивается быстро. Так, стоп, там, по-моему, что-то должно быть. Она очень быстро теряет скорость. Ты нажимаешь на кнопку... Ух! На кнопку тормозить, и она сразу сбрасывает скорость. Вот что я тебе могу сказать. Да ладно. Почему-то горючее-то быстро кончается, эй. Вроде никакого у меня нету. Как тебе объяснить-то? Форсажа или еще там что-то. Но горючка заканчивается быстро, конечно. Да, ребята, проехал я первым. Машина, конечно, огонь. Еще раз один приветик нам тут отправляет. Ну что, вот в шахтах, ребята, вы уж извините, в шахтах я поеду на, конечно же, свои ролики. Потому что тут потолок. И несмотря на то, что я там взял все-таки крышу, это не дает гарантии того, что здесь ты не врежешься. Причем неоднократно. Теперь я понял один нюанс и недостаток своей машины, ребята. Она в воздухе, именно из этих крыльев, очень долго находится. То есть любой вот этот трамплинчик, который мы делаем, который раньше бы просто бы не замечая проехали бы, теперь мы зависаем в воздухе. Очень долго зависаем в воздухе. Есть. Виктори, взяли мы с тобой первое место. Давай, еще в одной гоночке не оплошаем, и все будет тип-топ. Ну вот, 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 ребят, вот об этом я говорил, что очень долго она в воздухе зависает, очень долго. Оу, фига, вот как он так сделал, пролетел, твою налево, блин. Пройдоха несчастный. Приступайте к развлечениям. Твою налево. Ладно, давай попробуем приступить к развлечениям. Посмотрим, что нам здесь будет судить. Эти вот подрывки, конечно, это хорошо. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это совсем не хорошо. Без крыши едем, довольны. Ладно, тут уже финиш. Хорошечно. Так, спорткар мы обогнали. Кстати, ты видел, что он себе тоже поставил защиту?
принципе, это, мне кажется, один из основных атрибутов. Вот именно с этой защитой. Без нее, ну, фигня получится полная. А вот теперь я уже катаюсь без защиты. Ну и ты можешь представить, да? К чему это может привести, если без защиты ты тут наяриваешь? Есть. Фух, ну что, последнее испытание у нас в этих развлечениях. Ёк-макарёк, ну как же так-то? Все, этот долетался, ты видел? Он просто разбился, ребят, в хлам, в хламину. Первое место обеспеченное мне. Костюм прикольный, да? И вот этот, кстати, тоже неплохой. А вот они как раз 10 тысяч кубков. Я уже их, ребята, вижу. Да, придет опять... А, нет, кубок аллигатора. Кубок аллигатора. Ох, нифига. Вот это ты, парнишка, да, вот это ты втопил, конечно, тут я даже ничего сказать не могу. Нормально. Нет, крылья, конечно, когда с верхушки откуда-то летишь, очень помогает. Но это когда ты сверху вниз летишь, а не когда ты снизу вверх. Понимаешь, да? Разницу. Оп. Оп. Опачки. Крокодильчик мне, конечно, ребят, и никак мне не встать на колеса. Все. Из-за крокодила. Просто на него, как говорится, встал. Машину повело, крен. И вот тебе, ребят, результат. Сфейлился. А я еще раз говорю, я ненавижу, когда ты летишь высоко, где-то там в небесах, и не видно, кто у тебя, ребят, что у тебя под ногами творится, куда ты приземлишься. Понимаешь, вот посмотрим сейчас, какое место у меня. Первое, вот нифига костюм. А, это не полностью. Шлем там, я думал, рыцарь какой-то. Ну что, кубок путешествий. Это у нас... Нет, это не пустыня, я думал, что пустыня будет. Ну да, как всегда, ребят. Кактусы, все это наши. Да они мешаются только, блин, кактусы твою налево, блин. Так, меня там ролика какая-то хочет догнать. Как я посмотрю, ну, удастся ли? Нет, конечно. Не получилось. Рычик все равно, ребят, первым. Давай, 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 родная моя. Так, баги, отвали-ка отсюда, а. Трындук, или кто там? Кто там едет? Трындук какой-то? Непонятный. Кстати, мы с тобой не посмотрели задание. Чего? Да чё с машины? Сфига на скорость-то... Моя машина просто упала в воду и потеряла, ребята, всю скорость. Просто растеряла на ровном месте. А, ККМ-ка тоже с крыльями. Ну, ребят, ну и что, что она с крыльями? Может быть, у нее крылья прокачаны круче, чем у меня. Но я что-то сомневаюсь в этом. Блин, с крыльями нужно все-таки идеальное приземление иметь, ребят. Если бы оно было бы, мы бы приземлялись бы на колеса оба, да? И бустик такой бы делал неплохой. Так, что я хотел сделать? Вспомни, Рейчик, вспомни. Что-то я хотел глянуть. Блин, я не могу вспомнить, что-то то ли поменять хотел. Ну что, попробуем на суперкаре поехать. День гонок. Все втопили, я как этот. Но я слегка их, ребят, нагоняю. Я понимаю, почему здесь все это получается пока легко, так как рекордов у меня нет на некоторых трассах, поэтому... И противники мне даются такие, ну, легкие, можно сказать. Чуть-чуть, вот только чуть-чуть ты начинаешь сбрасывать скорость, все, ребят. Машина сразу теряет.
Иди ты в пень, нифига себе. Супер Дизель хотел меня там обогнать. Кури бамбук, я тебе так скажу, парнишка. И идеальный старт очень тяжело на ней сделать. Очень тяжело сделать. И в горку, да, конечно. Это, ребята, все сказывается на сцеплении. Нет сцепления, как говорится, нету скорости. Опа, Супер Дизель да выпендривался, ты видел? Как его там распечатало. О-о-о, баги там начинает. Успел. Блин, как горючка-то быстро на ней кончается. Я боюсь даже представить, что будет, если на нее поставить форсаж. У тебя и без форсажа эта горючая здесь заканчивается моментально. А с форсажем... Вообще, наверное, за 3 секунды все это сгорит. Блин, ну... Что-то я боюсь вот таких вот подъемов. Очень сильно, конечно, они мне тут вредят. Надо что-то посмотреть, что там есть для этой машины именно в плане... Так, скалистый кубок, нафиг, нафиг. Обязательно поставим свою машину. Скалистый кубок, да, ребят, отличается вот своим вот этим вот... Полетели, полетели, полетели вниз. Отлично, хоп, одна хакерка там долеталась, как ты видишь. Ну видишь, что я делаю? Я просто пролетаю вот эти вот все. Че там полетел? Но это не мое. Это, по-моему, от предыдущего соперника что-то там отлетело. Видишь, как у меня получается перелететь? Вот в этом, да, конечно, тут не спорим. Большущий, огромный плюс в этом. Пока они там все ухабы эти пролетают, мы просто с тобой вот так вот планируем. И, соответственно, этим самым перелетаем очень большие расстояния. А им там придется пум-пум-пум-пум вот так вот колесить. Хотя нет, тоже прилетели. Практически следом. Ах, идеальный старт не получился. Ладно, фиг с ним. Я, наверное, вниз. Да и тут как бы надо было тоже вниз-то, если честно. Злый день какой-то едет. Оу. Да-да-да-да-да. Прикинь, там чувачок встрял просто на камнях. А я помню эти моменты, когда я тоже на камнях там встревал. Слушай, хорошо идем. Темные дороги. Но здесь, наверное, тоже будет у нас ХКРочка. Ой, ХКРка. Ну ты понял, да? Ролиечка, конечно, ролиечка. Ну что это темные дороги? Так сказать, темная лошадка. Юникс. Какой-то там сзади меня едет. Короче, это очередная вертушка. Раньше я называл ватрушка. Но звать ее на самом деле... Вертушка, потому что она вертится. Она может ехать как обычная машина, так еще и вниз головой. Давай, 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 машинка. Выжимай себе все. Отлично, отлично. И по красоте все, ребятушки. Давайте еще одну гоночку не запорим. И будем вообще топчиками. Идеальный старт, да, получил? Блин, ну, ой! Ау, щет. Ну, я думаю, все прекрасно поняли, зачем я это все сделал. Ой, глупо, глупо, глупо было, ребят. Третьим. Ну, все равно, ребят, первым по итогу. Ну, ты видел, почему так получилось. Я врезался в какую-то фиговину, блин. Ускоритель дается для вертушки. Блин, ну как же, ребята, хочется новые костюмы. Трындец как хочется. Но, к сожалению, нет у нас. Нет у нас премиума пака. И когда они, ребята, откроются, я не знаю вообще, откроются ли они.
Опа, мотоцикл. Мотоциклист захотел выпендриться. Выпендрился, молодец, посмертно. Как здесь супердизели еще едут, я не понимаю, ребята. Они, помните, я вам говорил по поводу прыжков, очень прыгучие. А-а-а, они с этими едут. Нифига, он на одном дыхании просто. Ну, монетный ускоритель ему помог, наверное. И плюс еще нитро. Сейчас посмотрим, как он здесь будет скоростить. В ущелье, так сказать. Оу, все, по-моему, доигрался, да? По-моему, он там доигрался, его размазал, ребят. Об очередной потолок. Здесь я, конечно, не... Да, вот он. Флоки 2020. Его размотало там по полной программе. Ну что, у нас туннели. Я сижу вот и думаю, а нужны ли нам в туннелях крылья? Не, ну если вот... Ать! Если вот такие вот всякие трамплины, да? То, возможно, и нужны. Нет! Я хотел... Она вообще не стала, ребята, вставать. Я хотел сделать маневр, нифига. Возможно, из-за крыльев. Возможно. Просто не получилось у меня. Что ж ты так мотыляй-то, господи. А вот на крыльях видел, она... Так, тихо, вот здесь-то я помню. Вниз. А вот на крыльях она легко туда перелетела, когда камень этот... А раньше нифига у нас не получалось. Мы постоянно в него врезались и, соответственно, вниз падали. А на крыльях перелетели в легкую. Видишь, даже вот этот валун перелетели. Ну, чуть-чуть заделал немножко. Это там свои колеса жмет, блин. Очкожмун. Вот смотри, как он так перепрыгнул, а? Я не смог. А у него получилось, блин. Да, не вышло. Не вышло его обогнать. Ну, у каждого своя, правда, поэтому меня поставили здесь все равно на первое место. Еще шахты? Ты серьезно? Ребят, еще шахты, говорят. И опять тут мотоциклист. Ну, крылья мне здесь немножко помогли, потому что мне пришлось там каждую кочку пересчитывать. Я просто над ними как бы пролетел. Отлично. Кто-то мне сказал, убери вот эту вот сзади трубу, она тебе... она, короче, поднимает корпус, передок твоей машины вверх. Ребят, если я его уберу, блин... Я боюсь, я вообще тогда ни на чем тут не смогу ездить. Полетели запчасти твою налево. Отлично. На, дальше там уже не важно, что произойдет, главное пройти здесь. Да, на крыльях ты попадаешь в те места и забираешься на те места, где без них бы ты, ну, просто не смог бы. Понимаешь? Мотоциклиста разбомбило, размотало. Но мне кажется, что все-таки... Оу! Трындец. Трындец этот, конечно, был сейчас. Один этап. Ребят, здесь один этап у нас. Блин. Я... Блин, как тебе сказать-то? То, что вот я летаю... Помнишь, в тот раз мы пролетели горючее? И все, ребят. Вот я здесь то же самое боюсь. Ну вот. Одну из канистр я уже... Фу, компенсировал. Прикинь, я просто запрыгнул туда, где кости эти раньше просто не мог, ребят, заехать. Ну, никак. Обалденно. Так, давай-ка мы потихонечку здесь. Фиг с ним, с этой скоростью. Оу. Ничего себе.
Я-то думал, что я в офигенном приоритете, ага. У меня сзади на хвосте ролик еще одна едет. Сейчас будете приоритет. Расслабился, думал, что я оторвался от них всех далеко. Смотри, почти по пятам ехал. Вот такие вот пироги. Так, Нагорный кубок. Ну что же, Нагорный кубок, так Нагорный кубок. Оп, видел? А все вниз там упали. Давай, 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 рейчик. Кто там? Там с монетным ускорителем чувачок, прикинь, едет. Он там меня может, конечно, на магниточке сейчас. Да. Всему виной был тот внезапный удар, от которого я просто всю скорость растерял, ребят. Ну. А как супердизель-то здесь оказался, ё-моё? Объясните мне, как он оказался впереди нас, он был сзади. Что там за трасса? Горные мосты. Фига там чудик ушуршал. Да как так-то, блин? Как так-то приехать третьим, блин? У него что там за форсаж-то такой дичайший, ребят? А, скажите-ка мне. Просто улетел. Наверное, прокачан просто до звезденения. У меня других вариантов нету. Фу. Я встал, ребят, на колеса, слава богу. Твою пипетку, а. Да. Откатываемся, понятное дело. Воскресный чемпион. Но здесь я возьму вот эту машину. Трындец, блин. Ну что ты творишь? Ну что за дичь ты делаешь? Ну ё-моё, ну. Давай еще разочек, не? Нормально тут. Виктори, вот тебе и Виктори, блин. Идеальный старт. Да, это, над этой машинкой еще, ребят, работать, работать и работать надо. Это что было за чудо такое, а? Не, вот не было бы крыши, все, нам было бы крышка, ребят. Я бы уже не встал бы, а тут я еще даже как-то умудрился. Ну ладно, поехали по верху. Раз уж заехали, блин. Как сумасшедший орет, а? Да ладно, заехала как-то. Умудрилась как-то заехать. А представляешь, если ей еще поставить крылья, она так-то сама по себе довольно неплохо держит дорогу, ну, маневрирует. А на крыльях же это все будет плавнее намного, да? И пролетать она будет дольше, ну, дальше. Как бы есть смысл подумать насчет крылышков. А вот тут, вот это, конечно, вообще трындец. Просто врезалась и такие подлеты делает. Да, отлично. Ну что, мы возвращаемся с тобой на нашу позицию. Опа. А у нас-то тут босс. И, ребята, я, естественно, буду брать
Нужны ли нам здесь крылья? Вот в чем вопрос. Или все-таки взять свои старые? Блин, ребят, я не знаю даже, как лучше сделать. Оставлять крылья или все-таки брать приземление ускорение? Ладно, давай рискнем. Против Никиты. А он на форсажике, ребят. Он мне, наверное, сейчас за счет форсажа сделает. Нет. Так, ладно. Но у него форсаж, блин, все равно опасно. Да ты будешь ехать, ты ёпарас, это, блин. Вообще, ребят, не едет машина. Тут я ему, блин, встрял. Просто не хочет ехать, и все. Я же убрал колеса, да? Может быть, за счет вот этих вот перелетов у меня как-то получится его. Да не нужен вот этот вот прыжок, этот вот затяжной. Давай, 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 родной, давай. Есть! Дарей! Красавелла. Фух. Иди, Никита, труби в гудок. Рэй тебе сделал. Ну что, ребята, вот как-то так сегодня мы погоняли. По красоте. Напряженно. Ну что, все. Отгонял. Пошел на отдых, так сказать. Так, может быть, что? Ну, давай здесь на сельской местности еще прокатимся. Разочек. Главное тут горючку поднимать. Ее нельзя, ребят, пропускать. Иначе плохо все закончится. Закончится это все плохо тем, что закончится горючее рано или поздно. И мы где-нибудь встрянем. Так, а у меня здесь рекорд-то вообще какой? Я так и забыл задание, ребята, посмотреть ежедневные, которые у нас. Да-да-да-да-да, забыл я их глянуть. Ну, уже второй сундук мы подняли. Два сундука — это хорошо. Так, блин. Ладно, фиг с ним, горючего еще есть, я думаю. Канистрочку мы еще там увидим. Вон она впереди. Я вижу, вижу, я слышу. Да ты, ты, ты. Ну все, ребят. Вот и все, вот вам и весь показатель. Просто мостик провалился именно вот здесь, вот прям посерединке. А горючее было вот как вот эта вот монетка. Трэш. Но тем не менее, хотя бы награды взяли какие-нибудь. Ну что, ребята, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.